Второй вариант. Сань, помнишь? Вот этот вариант. Помнишь? Вот туда. Как на базу, в бейсболе бежишь. Да. Показывай фомрам. Здесь можешь такой дрил поделать. Я бедром локти убиваю. Придерживаю голову. Закрываю. По-прежнему нога у меня толкает. Закрываю. До 5 этапов. Не пускай. 5 этапов. Окей. Еще? Двадцать вторая планета. Если вот кто вот не может в этом захвате контролировать гейбл гриппе, можно взять вот этот, я тоже его делаю. Раз отворот и два отворот. Здесь тоже хорош. Он начинает, я его здесь держу, хорошо держу. Потом можно хлоп, перехватить. Сбиваем опорная нога. Руками бум. Держим до талого. Опора. Голову пробиваем, руку. Оп. Закрываем. Есть вариант, вот косточкой делают шею, но мне этот вариант не нравится. Мне нравится удушающий вариант. Оп. Спрол, либо выезд. Раз, два. О, первый раз. Олег, я тут смотрю, как бы контролирую сам себя. Пристраивайся сзади. Алексей, я не люблю, как со мной подглядывают. Здесь с детства. А Дэну просто стыдно стало, он закрылся. И он просто такой, что происходит? Давай. Можно мы уединимся? Не сегодня, блядь, я понял. Да просто мы уберем за хвост. Лев, покажи против чего. Что вы делаете с нами? Мы просто вот так делаем. А потом на меня в суд, чтобы применение силы к товарищу майору. Смотрите, как это делается. Вы стоите в колено локтевой. Пробиваем. Опа-на. А я ходил к этому парню. На курсы черных поисков. На курсы черных. Еще раз, Лен, смотри. Еще раз. Вот мы загнали в черепаху. Жестко здесь загнали. Голову придерживаем. Смотрим. Товарищ судья. Пробиваем. Садимся. Контролируем. Нет, стоп. Нет, Лен? Вот сюда. Убеди, да? Это человек. Олег тренировался и тренировал в другом регионе, в сильном клубе, признан одной из сильнейших команд в России в стреле. Волю судя показался у нас. Человек соревнуется постоянно, человек тренирует взрослых и детей. Безусловно, заслуживает и неоспоримо этого ранга. У кого есть сомнения, могут прийти проверить. Вторник, четверг. Добро пожаловать. Нежданчик. Ребят, всем спасибо. Я просто благодарю Андрея, который мне помогает, Михаила, который мне помогает. То есть я хожу и к Андрею, и к Михаилу, и постоянно черпаю какие-то знания, проверяю свои навыки, а также делюсь с другими своими навыками. На моих глазах растут мои ученики, в том числе я вижу свое отражение, то есть техники, которые я им даю. В общем, на самом деле это все пояс поясами, а человечество, оно никуда не уходит, команда и мужская какая-то честь. То есть это самое главное. То есть пояса — это все хорошо, но на деле лучше доказывать поступками. Всем спасибо.